как бодрость духа? Нормально, а ты что, курочку у нас тут подъедаешь? Ну да. Ебать их тут дохуя, я думал их две. Ну как тебе съемки фильма? Все, по кайфу. Нравится тебе быть актером? Как говорится, поживем, увидим. Поживем, увидим, блядь. Ну, я как бы ощутил то, что ты принял участие в каком-то вообще таком глобальном действии. Да, глобальном действии, конечно. По-другому никак. И вот теперь у нас обед. Да, пивко, наконец-то. И курочка. А то я последний раз вчера жрал вчера. Да, отлично. Да. Ну а вот расскажи мне, как ты попал на концерт группы Мановара? Короче, в январе я поехал бухать в Питер. В январе? Да. Ага, и что? Ну я там забухал, все по кайфу. Вот. У меня еще было несколько дней выходных, и я решил заехать в Москву. Ага. Вот. У меня было внезапно много денег, мы там еще наскались с пацанами сверху. Ну и купил я билет в фан-зону на Мановар за 4900. Это вот эта футболка с того гига. Да, с того самого гига. Конечно, концерт не дико не удался. Почему? На стадионе же Динамо вроде было. Ну да, но слишком много было продано билетов. И что, опять не хватило мест? Да, мест капитально сильно не хватило, на самом-то деле. Потому что там очередь была, то есть, получается, концерт официально должен был начаться в 8. Я пришел в 5 вечера, и там, короче, получается, очередь уже к 5 вечера была, наверное, километров полтора. Вот. Столько много фанатов собралось, да? Да, ну это ж тебе не хуй с горы, там, это ж ебать. Ну это получается последний вот тур, да, ихний? Ну они вроде как говорили, что да, последний. Вот. Ну и короче, концерт задержали на полтора часа с целью того, чтобы как можно больше народа зашло туда. Вот. Ну так получилось, что несколько тысяч человек так и на входе стояли к моменту, когда, короче, уже концерт начался. Uh-huh. То есть, блядь, куча людей платили, блядь, по 3-5 косарей, смотря кто какие билеты брал, блядь, за то, что они вообще хуй попали на концерт, блядь. Охренеть. Короче, дичайшая дичь, короче, произошла. Внутри на стадионе бухло не продавали. То есть, может, это там футбольные фанаты, там, я не знаю, кто-то еще их там научил этой теме, что не надо синькой торговать. Но после концерта один хуй началось дикое месиво, короче, с этими, с Росгвардией, короче, с охранниками, блядь. Охранники это вообще отдельная дичь, короче, потому что там были охранники, ебаные студенты, блядь. Вот. То есть, когда только началась всякая движуха, они, короче, быстро съебались, короче, сначала решили выебнуться, собственно, Росгвардии, но потом они поняли, что они сами там пизды получат и съебались оттуда нахуй. Ну а про сам концерт что можешь отметить? Звук там или что? Блять, звук был такой нахуй, ебать вот рот нахуй. Как будто нахуй, вот как только нахуй барабанщик по этой штуке ебашит нахуй, как ее называют, ага, бас-бочке. И когда басист ебашит по ми открытой, блять. Они говорят, что ми строй, блять. Вот такое чувство, вот этот момент, как будто мне прям, сука, в душу нахуй с ноги проебашивают. Там такой мощный звук был, я тут рот ебал, слушай. Круто, да, короче? Да, вообще было охуенно. Ну а на следующий день я был на Аморфисе и вашего соратника орловчанина встретил, но это уже другая история. В общем, концерт Мановар, это круто. Да, ну вот, да, единственное что, вот после концерта я же был в фан-зоне, типа самая дорогая, короче, точка. И там какая проблема была, короче, вот именно фан-зона, она ближе к сцене всего была, вот именно проблема была в том, что вот они последние выходили. А прошло уже минут 40, народ начал психовать, короче, полез на трибуны, короче, вот, собственно, тогда и начали, блядь, пизды получать, и Росгвардия, блядь, и охранники, и все остальные долбоебы. Ну, я снизу стоял, наблюдал на эту картину. Ну, ты же сам, блядь, взрослый человек, ты сам понимаешь, люди банально ссать хотят, блядь, не то, что уж ёбнуть там или съебаться, блядь, оттуда. А кого ты говорил, охранники убили там? А это ты уже за Аморфис говоришь. А, на Аморфисе кого-то. Да, это уже на следующий день. Вот он сам клубешники, он называется там что-то Грин, там что-то Бир, блядь. Вот. Там, короче, когда выступала группа Инэкстрема, вот. А, так получилось, что там какой-то чувак вышел. Ну, короче, официальная версия, то, что вышли два чувака, друг другу ебальники разбили, один друг другого убил, блядь. Один другого уебашил. А неофициальная версия, это уже видосы именно, собственно, с камер, блядь. То, что там, блядь, собственно, охранники ногами заебашили какого-то пьяного типа. За то, что он, собственно, пьяный был.
Так, ну, а Аморфис как играли-то хоть? Я тысячу лет уже Аморфис. Честно говоря, блядь, братан, я пиздеть не буду. Честно говоря, хуёво. Я Аморфис дико котирую только ранее, блядь, из 90-х. Да. Вот когда они играли именно адовый дек такой. Да, нормально. Ну, мне нравился сказки «Тысяча озёр». А все потом мне уже как-то не котило. Мне как-то, ну, я пришел, блядь, по старой памяти. Не, ну, не пару старых песен вы сыграли. До Аморфиса выступали какие-то чуваки, похожие дико на педиков, короче. Ну, вот такие, знаешь, крашеные такие, там, знаешь, там прям пиздец. Ну, так это глэмеры, наверное, какие-то. Да были. Не, они там играли, типа там, короче, тоже там что-то в этом это роде. Это группа Кис была. Ты хуй их знает, блядь. Я, короче, на них посмотрел, а я там с корешами познакомился, блядь. Я теперь им это видео скидану. Вот, а я ВКонтакте добавились. Они, короче, на улице пили водку нефть, короче. В таком бутылке там, знаешь, такое, типа бочка, короче. Николаевич рекламировал. Я, короче, с ними закорешился, блядь. Мы что-то на улице стояли, бухали, обменялись контактами. Вот, а я как-то все равно по подобной бодяге уебашивался. Они, короче, водяру ебашили. Вот, но они как даже к сцене не пошли. Вот главная проблема — это обыватели, блядь, в Москве на концертах. Ага. У меня только проблем на третий день не было, когда я на Grindcore Fest пошел, блядь. Ты, короче, там в Москве зря не будешь находиться. Ты же в Москву сейчас поедешь и прям сразу... Ну да, так я завтра же пойду на тусовку. У меня друг поступает там. А-а-а. Группе «Страна идиотов». Ну, отлично. Угоришь и там еще. Ну да. Блин, у меня такое ощущение, что тебе белая горячка трепанет через месяц. Не, уже трепанула она, блядь, недавно, пару недель назад, блядь, так трепанула, я тут рот ебал, блядь. А ты после нашего там концерта в Курске еще неделю, наверное, керосин. Да больше, наверное. Так да, ну понимаешь, вы в Курске выступили, до этого в Орле, а я за два дня до этого всего начал керосинить, блядь. Слушай, а ты мне звонил, говорил, тебе кто-то там по щам понадавал, блин, какие-то там. А, запари. Про пиздюли, бля, ебать, могу рассказать. Короче, сижу я на лавке, никого нахуй не трогаю. Это уже после концерта было, да? Да, это вот именно вот, короче, вы тогда соскочили часов в 10, наверное. Ну да. Я соскочил часов в 12, наверное, оттуда. Может, позже. Короче, стою во дворике, никого нахуй не трогаю. Ну это там, на том же районе, да? Ну, на Победе, блядь. А-а-а. Подходят ко мне четыре типа и говорят, слышь, говорит, парень, говорит, а где здесь гей-клуб, короче? Я, понимаешь, я даже не успел, понимаешь, именно пошутить даже на эту тему. Я уже понял, что мне пизда, короче, понимаешь? Ну это же шутка. Они типа западлы за твои доебали. Да-да-да, они доебались западло, говорят, а где здесь гей-клуб, короче? Я даже, блядь, не успел в ответку шуткануть, как меня начали ебашить, блядь. Ну, блядь, мне фартанул, что они сами синие были, короче, иначе мне пизда была бы начать, здесь бы сейчас не стоял. Ну, убегал бы, ебать. Да ну нахуй бегать, блядь. Я тоже, ты синий был. Так они меня ебашили толпой, нахуй, я там валялся, нахуй, ебал руками, закрыл, орал, вы пидоры, короче. А хули бегать, блядь, я все равно никуда не убегу, нахуй. Ебанулся. Ну, блядь, был такой момент. Я на следующий день пацанам позвонил из Огненного Шторма, рассказал, они там охуели, блядь. Потом Волоконовским позвонил уже кренделем, они вообще говорили, слышь, говорит, давай мы сейчас подъедем, будем искать их, короче. Говорит, да пацаны, вы, блядь, успокойтесь, нахуй. Кого там нахуй искать? Хотя на следующий день сам утром пьяный проснулся, блядь. Взял подобную телегу, блядь, пошел на улицу, сидел во дворах, короче, бухал в надежде же кого-нибудь встретить. Слушай, борщ.